Не чисто, да? За себя. Раунд начался. Че, пошли налево. Я налево ушел. Кажется. Ты здесь? Я, кажется, налево ушел. Точно 3 секунды? Что-то вроде я и дольше ее держал. А надо как-то даже у меня в руках взрывалось. Ну у меня в руках взрывалось, я жив оставался. Или после динамита я жив оставался. Ну короче, после чего-то я жив оставался. И кровотек вроде так сделали. Я же его перематываю, он должен останавливаться как бы. А он еще быстрее, 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 быстрее. Да я еще тоже долго думал, чем, блин, уколоться или аптечку использовать. Да. Пипец попадос. Как выживать-то здесь? Как выживать? Давай, беги на перерез, ладно? Да. У меня тут стреляет уже. Скажи им, чтобы подождали. Ладно. Скажу, Санек сказал, чтобы подождали. Сейчас скажу, Санек придет, он вам покажет, блядь, где раки зимуют. А я забыл, что ты отошел, блядь. Я такой, Саня, пошел. А что такое с тобой? Кто тебе? Так ты чё? Ну ладно, я бы тебя простил, если бы тебя там завалили бы охотники, ну собаки. Ой, я вижу их. Ладно, бегу, может сразу начнем потом. Короче, будь что будет. Буду сражаться как лев. Как раненый лев. Артём, тихо. И
я люблю трудности. Почему бы нет? Так, это те вроде перешли уже тут, да? Да. Давай, лежи там. Как среди этих оглоедов ходить? Отлично, босса валят. Собаки рычат.